Всем добрый день. Это питомник роз Полины Козловой. Достаточно поздняя осень у нас. Перепады температур сумасшедшие, но тем не менее некоторые сорта в таком восхитительном цвету выдают сумасшедшие ароматы. Смотришь и просто понимаешь, что как бы скоро уже, можно сказать, и новогодние праздники, тут буквально там 2 месяца осталось. Но тем не менее, красота, красота. Сорт называется Мурьям, Аманзин Грейс. Выведен в далеком 1991 году в Шотландии. Роза просто восхитительная. Это чайно-гибридный сорт с такими огромными. Вот видите, уже поздняя осень, уже пятна пошли на листьях, уже осыпание скоро будет. А тем не менее, какие огромные, красивые и очень ароматные цветы. Ну, аромат, понятно, через камеру не передастся, но по пятибалльной системе там вся восьмерка, а то и девятка. Те, кто любит такие вот расцветки нежные, с заворотами старинных роз. У нее такой, знаете, не классический бутон чайно-гибридный, а вот именно она старинной формы цветок. Очень стоит обратить на нее внимание. Кусты красивые, достаточно высокие, где-то до метра, 1-10 метра. Правильный перевернутый треугольник. Куст смотрится богато, много хорошей плотной листвы на нем. Но больше всего, конечно, покоряет аромат. Пахнет она просто божественно. Очень-очень красивая роза. Повторюсь еще раз. У нас в этом году мы работаем, кроме того, что по обычному интернет-магазину по рознице, в этом году у нас будут оптовые продажи. Кому интересно, запрашивайте все документы, всю информацию на электронную почту, пишите письмо. Все, кто занимается совместными закупками, массовым озеленением, у кого есть торговые точки, где вы реализуете садовую продукцию, пожалуйста, розы двухлетние. Ну, мы прям присылаем фотографии, в каком состоянии они. С открытой корневой системой. Отправку начинаем где-то с середины февраля до начала, до первых чисел апреля. То есть вы как раз успеете их обработать либо в свои фирменные пакеты, либо высадить в свои горшки, либо уже прям что попозже, тот будет, например, высаживать на озеленение. Интересуйтесь, спрашивайте. Всегда рада вам ответить на все вопросы. Ну вот пока как-то так. Будут вопросы, спрашивайте. Будет время, я обязательно отвечу. Ну а теперь всем спасибо и до свидания.